Хей, народ, вы когда-нибудь видели такие прекрасные формы? Очень классно, очень классно. Это было читаемо. Так, ну что же, всем большой приветик, всем-всем большой-большой привет. Значит, сегодня добавили новую золотую рулетку, вот так вот она выглядит, Reversed Neon. Я уже постоял, так, мне костюм очень понравился, трейлер посмотрим. Такая девочка с двумя косами бегает. Оп-оп-оп. Блин, прикольно. Напоминает киберпанк. Прям очень сильно напоминает киберпанк и вот эту стилистику всю. Когти какие-то. Нет, трейлер бомбовый. И вот ради чего я хочу крутить эту рулетку. Это P90. С первой улучшаем скин на P90. Выглядит просто бомбезно по трейлеру. Очень классно, очень классно. И ящичек у него тут сразу же показывают. Очень нравится как костюм. Так вообще сеттинг весь, в принципе. Персонаж, когти вот эти классные. Вот, косички. Персонаж классный, все нравится. Вот. Прямо сейчас будем его открывать. Давай посмотрим P90, как выглядит. P90 у нас. Лаборатория. Как выглядит P90? Просто интересно. Оповещение. Килчатик бомбовый. Вот этот глич-эффект, так скажем, выглядит офигенно. Эффект попадания тоже имеется. Окончательная форма. Ну, пойдет. Ящик с добычей. Такие какие-то роботизированные пальчики тыкают там по экрану. Так, давай для начала купим два материала. Вот здесь приобрести. Сразу же две штучки берем за 1000 UC. Берем. Не жадничаем, берем, потому что, ну, это выгодно. Так, итого у меня 3 материала всего лишь. Этого мало, это очень мало. 76 краски тоже мало. Ладно, будем надеяться, что попадают материалы и краски. Также мне нужно прокачать бонус пас, приобрести ранг. Мне нужно его до 60-го сделать, чтобы забрать ДПшку и скин на мотик. Это нужно сделать, потому что я могу забыть. Вот, давай заберем, пока не забыл. Так, бэмс, забираем ДП-28, цифра котик. ДПшка офигенная, потому что у нее есть эффект попадания. ДПшка просто бомбовая. Также интересно, что вот это за ящик. Ящик сюрприз, бонус пас. А давай, наверное, его тоже прокачаем. Так, забрать все. Все, забрали до 66 уровня. Да, нормально, забираем все, получается. И сейчас заберем еще ящик. Вот, посмотрим, что выпадает из этого ящика. Просто прям безумно интересно. Так, использовать. Что у него содержится? А, может упасть материал? Блин, прикольный ящик, прикольный. Давай откроем один. И выпадает две краски. Ну, само собой. Ну, шанс, мне кажется, на материал супер маленький. Вот, но в любом случае, прикольно, что разрабы это добавляют. Побольше бы таких ящиков, тогда было бы прикольно. Вот, но тем не менее, сейчас переходим к этой рулетке. У меня есть на аккаунте 3000 UC. Будем пробовать, будем выбивать. Хочу забрать все с этого кейса. Мне как и рюкзак понравился, так и планер тоже новый, кстати. И вернули старый золотой костюм. Шипастый владыка. Я не помню, что был этот планер. Я не помню. Скорее всего, его добавили новый. То есть раньше не было этого планера. АВМа такого тоже не было. Я не помню. А может быть был АВМ? АВМ, возможно, был, но планера такого точно не было, 100%. Вообще, мне новый планер, как они делают, очень нравится. Напоминает из Человека-паука, главного антагониста из первой части Человека-паука. Я забыл, как этот злодей назывался. Знаешь, я тоже своего рода из PUBG. Ладно, поехали. Открывать давай один раз за 10 UC. Посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, глич-эффекты тут. Бамс. И выпадает ППшка, окей. Но анимация нравится, анимация прикольная. Так, давай десяточку без пропуска. Систем, что-то там. Оп-оп-оп. И выпадает, что это, машинки, колечки, часть самоцвета выпадает. Поехали дальше. Какие-то скидки у меня еще есть. Окей, систем. Алерт, по-моему, там было написано. Материал упал, коктейльчик упал. Отлично, коктейль Молотова плюс материал. Здорово, едем дальше. Систем алерт. Так, машинки, ППшки. Так, поехали дальше. Мне нравится открывать без пропуска, на самом деле. Анимация прикольная, быстрая. Бэмс. Опа, что-то выпало. Это что? Это цифровой самосвет. Хорошо, цифровой самосвет есть. Не знаю, за гарант это было или нет. По-моему, не за гарант. Так, машинка, хаешка выпадает. Так, а давай попробуем дальше с пропуском, наверное. Хаешка, кстати, улучшаемая. Поехали с пропуском. Бэмс. Машинки, ППшки. Опа, рюкзак. Громогласно не он выпадает. Это замечательно, это шикарно, что упал какой-то скин. Рюкзак громогласный неон. Еще бы золотой костюмчик вы бы выпал, это было бы идеально. Так, часть самосветов, машинки ППшки.
колечки. Так, и давай сейчас сделаем без пропуска десятка. Вот так делаем. Бэмс. Колечки. Так, и еще раз без пропуска. Сейчас будет гарантик. Бэмс. Выпадает. Да, самосвет упал. Хорошо. Цифровой самосвет. Блин, по 90 нужно. Нужно, чтобы упал по 90 и чтобы упал золотой скин. Давай. Очень надо по 90. Игра. По 90. Золотой костюм. Не, не падает. Да что ж такое-то, а? Давай без пропуска. Попробуем без пропуска. Так, краска, краска, самосветики. И поехали, делаем две десятки с пропуском. Раз, краски падает много, это хорошо. Краска нужна. Цифровой самосвет. По-моему, за грант. По-моему, за грант. Планер, стальные крылья ночи выпадают. Хорошо, планер упал, это замечательно. Так, планер надо сразу поставить 100%. Рюкзак поставим, окей. Во-во-во, планер. Вот это я понимаю, вот это прикольно выглядит. Но золотой костюм так и не упал, нужен золотой костюмчик. Краска, краска, ппшка. Краска, краска, ппшка. Так, давай без пропуска. Ппшка тоже нужна, ппшка тоже необходима. Надо, чтобы ее много падало, ппшка тоже нужна. У меня как минимум уже есть два материала, то есть я могу обменять мини-материальщики. Так, поехали дальше. С пропуском бэмс, цифровой самосветик. Золотой костюм, игра. Пожалуйста, услышь меня? Слышишь? Золотой костюм нужен. Выдай золотой костюм. Очень надо. Краска, краска, ппшки. Цифровой самосвет упал. Так, уже их 5. Хорошо. Так, краска, ппшки много падает. Еще цифровой самосвет. Хорошо. Тоже не за грант. Уже 6. Слушай, игра, ну ты прям продолжай, продолжай в том же духе. Давай, не останавливайся. Как минимум нужно по 90 и золотой костюм. Ппшки, ппшки. Материал упал, хорошо. Так, давай без пропуска. Что-то мы разогнались. Давай без пропуска. Пару десяточек. До гаранта дойдем. Цифровой самосвет. До гаранта дошли, получается. Окей. Ну давай еще без пропуска. Поехали. Ой, еще упал цифровой самосвет. Слушай, надо без пропуска крутить. Я понял, игра. Спасибо. Уже 8. Уже 8 штучек. ППшка, мини-материалы. Скины перестали падать, нужны скины. Нужны скины. Так, краски, краски очень много падает, хорошо. Так, давай заберем гарантики все. Окей, уже 9 материалов. Рамку забираем, все это забираем. Ночной хищник тоже забираем. Вот, и поехали дальше. Игра, золотой костюм, золотой костюм. Услышь, золотой, его нет. Давай, золото, золотой костюмчик, давай. Рюкзак. Ну, плюс материал. Плюс материальчик. Уже 10. Уже 10. Ну, будем до талого дожимать 100%. Прям все... Ой, уже 11 получается, да? Уже 11. Будем прям до талого дожимать. Надо, чтобы что-то упало. Надо, чтобы либо костюм упал, либо по 90. Так, колечки выпадают, ппшки много падает. Хорошо. Золотишко. Либо по 90. Так, ппшка падает. Окей, так, давай с пропуском. Let's go. Материал. Уже 7. 7 материалов. По 90 нет. Вот по 90 нужен. Нужен по 90 игра. Ну как-то вроде и сыпет, и вроде не сыпет. Золотой бы костюм выпал. Это плюс 6 сэкономленных самосветов сразу же. Но он не падает, зараза. System alert. Так, самосветик выпадает. Уже 12. Ну в любом случае я обменяю и по 90, и золотой костюм. В любом случае. Так, кстати, у меня же еще частички есть маленькие. Уже их 147, нормально. Слушай, давай попробуем по одному. Что, если попробовать по одному? Так, колечко. Машинка. Машинка. Колечко, окей. И давай без пропуска, десяточка, поехали. System alert, хорошо. Это, по-моему, за гарант. Блин, остается 4600 UC. UC-шки прям улетели жестко, но костюм так и не упал. Материал упал, зато хорошо. Зато материалы попадали. У меня прям 8 материалов, я доволен. Прям максимально доволен, это неплохо. Там еще мини-материальчики сейчас обменяем. Ой-ой-ой. Так, краска, краска. Так, давай с пропуском бэмс. Вторая ппшка за 50 тысяч UC. Слушай, неплохо. Так, остается 3000 UC. Поехали, уже добьем эти UC-шки до конца. Выпадает молик и гарантом цифровой самосвет. По-моему, это был за гарант. По-моему, это был гарант.
System Alert. Машинки, краски, ППшки. Не падают костюмчики, я не знаю. Костюм! Мне нужен костюм, любой. Ну, не падает. Костюмы не падают. Костюмов здесь нет. Здесь костюмов нет. Разраб, здесь есть костюм или нет? Разраб, нужен костюм. Нет костюмов. Ну, окей, на последнюю десятку выдал мне цифровой самосвет. Я считаю, что неплохо. Нормально. У меня 15 самосветов. 15. Так, давай обмениваем, получится, здесь все по максималке. Вот так, бэмс. Цифровой самосвет. Итого у меня 18. Ну, чё, придется обменивать. Других вариантов нет. Давай, обмениваем костюм. Шикарный костюм, на мой взгляд, просто шикарнейший. Использовать сейчас. Обмениваем головной убор. Тоже пусть будет. Ну, я не считаю, что вот эти ободки должны быть золотого качества. Я считаю, что нет. Они должны, ну, максимум легендарного. Ну, как они могут быть золотые? Ну, максимум легендарка. Вот стоили бы они одну монету, окей. Так, P90 давай тоже обмениваем. Коварная киберкошечка. Окей, использовать сейчас. Так, эмоцию давай обменяем тоже. Давай обменять эмоцию, коварная киберкошечка. Так, нужно обменять лобби, само собой. Обмениваем. Использовать сейчас. Стоит ли обменивать здесь планер? Вопрос. АВМ, наверное, точно нет. А вот планер, шипастый владыка, нужен он мне или нет? Нужен мне или нет? Ладно, я потом подумаю еще насчет этого. Блин, костюм, какой же он классный, а? Какой же классный костюм. И косички прикольные. Так, погнали прокачивать наш P90. Поехали. Особый эффект уничтожения? Есть. Продвинутый вид? Есть. Так, оповещение об уничтожении. Прокачиваем? Окей. То есть материал обменяли. Хилл-чатик есть. Давай посмотрим, сколько у меня материалов. Там мини-материалов. 3 штучки, хорошо, обмениваем. Здесь, так, сколько мне нужно до эффекта попадания? Еще 2. Окей, давай обменяем. Давай обменяем. Можем, кстати, вот эти еще обменять. 7 штук, вот так, бэмс. Давай обменяем. И обмениваем здесь по максималке 4 штучки, да? Блин, или забрать? Нужен ли мне планер? Вопрос. Вот этот самый важный вопрос. Нужен ли мне планер? Ладно, давай обмениваем здесь 4 материала, окей. Обмениваем. По 90 лучше вкачать. Все-таки лучше вкачать его, чем какой-то планер. Погнали. P90 эффект попадания тоже имеется. Ну и до окончательной формы не хватает еще 4 материала. Вот, это мы прокачаем уже как не в следующий раз. Самое главное — это эффект попадания. Я считаю, это самое главное — всегда прокачивать пушку хотя бы до эффекта попадания. Как бы киллчатик окей, а эффект — это самое приятное. Остальное прокачаем уже в следующий раз в одном из следующих видео. Тут плащ анимированный, что? Ты посмотри. Переливается, как классно. А с этой стороны видно как-то? О, с этой стороны тоже переливается. Блин, ну крутяк. Кстати, я только сейчас заметил, что у этого костюма можно менять головной убор. Саму голову, на самом деле. То есть вот так будет выглядеть персонаж. Как я понял, это головы, которые уже были в каких-то костюмах. Эти костюмы у меня уже есть. Потому что костюмов так много, что я их не запоминаю. Вот эта голова у меня разве была где-то? Я не помню особо. Честно, не помню. Ну хз, мне нравятся вот эти косички. Мне нравится, как выглядит персонаж. Шикарно просто выглядит. Также, я только сейчас заметил, что у меня накопилось опять 69 машинок, которые я могу подарить кому-то из вас. Те, кто отправляет популярность мне, айдишечка вы видите на своих экранах, ты можешь мне отправлять любую популярность, хоть бесплатную, хоть какую. Вот, а я буду через недавние взаимодействия отправлять машинку, с подписью причем. К примеру, захожу, недавние взаимодействия, вижу, к примеру, что мне недавно вот отправил человек с ником «Я Даня». Я беру ему «Бэмс», «Отправить машинку». Вот так. Я Даня. И отправил ему машинку с подписью. В прошлый раз у меня было в районе что-то 150 машинок. Я их все разыграл. Я их все отправил подписчикам своим. Вот, поэтому в этот раз будет то же самое. К примеру, вот, отправил мне человек с ником 206 какой-то там. Держи машинку. Бэмс, отправить. И вот таким образом я буду отправлять машинки. Но опять же, количество машинок ограничено. Каждому я отправить не смогу, но кому-то повезет. Мой айдишник ты видишь на своих экранах. Также не пугайся, у меня ник VIP Казах. Это мой аккаунт. Вот, мы с Тессом поменяли ники специально для ролика. У меня VIP Казах, у Тесса VIP Узбек. Этот ролик еще не вышел, но скоро он появится на канале. Просто я временно поменял ник. Вот, ну а сейчас пойдем уже играть с Умахом в дуо против сквадов. Тебе, как всегда, желаю приятного просмотра. Приятного аппетита, если ты кушаешь. Не забывай про свой лайкусик. Подписывайся на канал, пиши любой свой комментарий. Вот, ну и погнали в игру. Let's go! Капец, у тебя планер, у тебя истребитель какой-то просто. Так я тебе о чем и говорю, у меня планер какой-то такой, прям необычный, огромный прям. А тебе не напоминает из Человека-паука? Кого? Ну, с первой части Человека-паука, злодей этот. Стервятник? Да, стервятник, да-да-да, не напоминает его? Твой планер? Да. Лев. Есть ганы? Нет. Брат, тебе надо их делать. Я открываю.
Так, у меня вектор. Нет, иди, нет. Да, один слева сидит. Я подгорел. Где он? Я рос. Дохнул его. Ой, господи. Там еще один. А ты ему что-то дал? Нет. Да мне маленько. Забрал его. Хорош. На крыше слева. Да, знаю, знаю, брат. Здравствуй. Боже. Два шприца, возьми, я тебе один скинул. Спасибо. Thank you. Меня просто побили. Да мне тоже, я одну хп брал. Там чел какой-то гений, он накинул мне хаешку на пробежку. О, вот это мне надо, юмпик. Юмпик, это хорошо. О, труп есть. Найс. У нас чел вроде, да? Да. Стоит там. Погоди пока, я... А, он поднялся на этот... Он кого-то закрыл, по-моему, нет? А. Не-не, хотя... Да, он тебя закрыл. Еще на крыше есть чел. Сверху, да. Хейдаю. Вами тоже хейшка. Левее дал. Пошли запушим? Давай. Хорошая хае была. Он стоит за этим. Да. Нокнул тут двойка как-то. Еще один. Хорошо. Ну-ка, поддержка. Нет, я вообще никого не надамажил. Они тут стояли. За это время. Ну, хаешка хорошая, ты оглушил их. Ты, получается, их оглушил, я под этот тайминг подбежал, запушил, поэтому все четко. Одна им топает. Да. А, три чела осталось. Они где спели, где? О, я юм возьму. А чел залетает? Я ему дал. Где он? Блин, да. Эх, у него просто планер. По центру бегает чел здесь. Ну это же юмпик, блин, ДБС. Вырубил? Вот. Ошалеть, нормально залетело ему. Нет. Есть аптечка? Да, возьми. Давай. Спасибо. Можем от него разыграть, я там дал. Это сейчас сзади будет подниматься. Предиспы. Да, я понял. Не, он также в диспе бегает. Я тут только один топот вижу от него. Да, это он. А двойку мне здесь на диспе, брат. Один, вижу диспу. Нокнул диспу. Хорош. Я туда молик даю добивочный. Это хае, смок он кинул с диспы. Лево-лево пройдем. Давай. Он сел резать его только что, по-моему. Не-не-не. А, не, он на лестнице сейчас. Бегает. Так, это мой, да? Да, он на лестнице сидит. Го. Он улетает. Что он делает? Он на крышу хочет залезть? А, он, скорее всего, пошел моего поднимать. Или что? Что он делает? Я не знаю, брат. Брат, одно хп, одно. Он хп. Просто улетел, да? Да. Понимаю. А сюда, да, он твоего пошел. Ну все, у меня джетпак есть. Все. Окей. Но он сейчас будет похакилиться, раз он на хп. Да. Ну не успеет резать никак. Он снизу, да, получается, или где? Да, о-о-о, в дырке. Да, слушай его. Мой дотек. Ты на тебя агрелся. Добрал его. Нормально. Я себя пошел вызывать. Давай. Я нашел по 90. Вон там есть испытуемый, братан. Так, товарищи испытуемые, подождите меня, пожалуйста. Так, я вас вижу. Так, от первого лица. Сейчас я прям к тебе в упор подойду, испытуемый. Так. Меня-то за что? Я не так, участвую в вашей... О, я его быстро убью. О, ой-ой-ой. Красивый. Вот это что за QR-код вылезает? Я тоже не видел, что за QR-код. Ой-ой-ой, это было красиво. Давай сейчас вазик заберем вот здесь. Давай. Сколько у тебя монет? 47. У меня 25 еще. Лишних есть. Я флайерку куплю. Я Найт, забирай, покупай, что хочешь. Спасибо. Опа. На ивенте фатиса. Там чел. Вась. Вот это Флокси, да. Флокси, да. Ботов крошит там где-то на нашем ивентике. Это наш ивент. Это мой ивент. Ну, подожди, да, двойка.
Сверху. Нет, он здесь. Здесь сверху вроде, нет? Да, сверху точно должен есть. Это Фарид, брат, это Тесс. Тесс и его друг, получается, на самой крыше, на самом верху. Или в диспе. Я не слышу. Не вижу. По-моему, в диспе он. Нет, я слышал, брат. Да, он на крыше, Осторожно. Нормально, мне по 90. Ты готов? Конечно. Стоит, ждет. Ладно, я тебе дам хаешечку, братик. Нет, он не захотел. Забайся. А, так они с ивента приехали, с маленького. У них пропуск в сборочный цех есть. Вот. Русские. Откуда они могли приехать? А, они с Минтопауэр приехали, скорее всего. Угу. Теперь понятно. Ну, как мы их пропустили? Угу. На чем они вообще приехали? А, у них джетпаки. На джетпаке, скорее всего, да. Окей, let's go. Блин, ну скин на по 90 такой прикольненький. Угу. Рассвет прикольный. Да. Опа, чекайте, прицел как двигается. Бамс. Я только сейчас об этом узнал, что он так переключается от первого лица. Починки? Или тот ивент? Давай починки. Да, починки посмотрим, потом на тот ивент поедем. Справа. Что это? Это Батямба. Этот по 90 под эту эмку как раз. Да, я поэтому и взял эту эмку и эту по 90, потому что примерно похоже по сеттингу. Так, починки. Починки вообще никого. Да, починки фришка. Ну давай на тот ивент. О, этот Вайс Флокси живой. Который мы убивали. Да, у нас здесь тройка. А, подожди, у нас здесь шесть чела, брат. Шестеро. В начале, давай в начало, блин. Начало или крышу, может быть? Давай крышу, давай. Давай крышу, брат. Потому что они слева где-то, они не на самом верху сидят. Давай, надо сразу быстрее забираться. Всем привет. Они где-то справа здесь у нас. Мне кажется, тут. Нет, уже в диспе. Да, в диспе сидят. Еще летит, там же, где мы летели. Да? Ну, принимай его, окей, я хае в диспе кидаю. Да, он нокнул. Блин, он меня смотрел. Нокнул. Хорош. Двойка тут еще. Да, тут еще два типа. Нокнул, по мне сзади стреляет. А разные. Окей. Добил он, получается, да, здесь? Его сейчас добью. А, все, два типа осталось. Я хае кидаю на правую лестницу. Давай, закинул. Не понял, где он. А, он снизу. Или на левой лестнице, чуть не понял. Да, спустился, походу. Здесь. На левой лестнице, да? Нет. Или снизу, прям, в самом низу сидит. Там и низ, походу. Да, первый этаж. Все, окей, крыша первый этаж. Сел. Еще одного вижу, тут за тачкой стоит. Это... Ну все, это лаз двойка, получается. Это босс или что, я не понимаю, чек не? Сейчас, подожди, брат. Взорвал. Это было читаемо. Что ты маленький? Я не понял, там возле тачки стоит бот или чел? Вот смотри, видишь тачку? Подожди, да, я вижу тачку. Я не понимаю. Как понять, разрабы поменяли ботов? Я не знаю. Ну это бот, похоже. А, там... кстати, тут еще по 90 может быть. Где? А, подожди, не вызывали робот это вообще еще? Да. Давай, вызывай. И по мне, короче, с Макдака еще стрельба была. Откуда по мне с Макдака стреляю, вопрос. А, вижу. Прям на Титанике сидит, на крыше. На крыше на Титанике. Одно хп, один. Еще один. Второй ног. Поедем туда? На джетпаках. Давай, полетим. Давай. Но тот саморезаться будет, брат. Да пофиг, у тебя по 90. Я понимаю, я, наверное, на водонапорку сейчас залечу. На ближайшую. Давай, я буду байтить их. Где второй? А второй? А, подожди. Брату, я саморезаюсь. Тот резать сейчас будет. Тачка еще уезжает. Там еще робот маленький бегает, жопка. Бро, они просто на крыше, можешь туда прям залетать к ним? Не на крыше уже. А, там внизу, да? Спустился вроде. А я играю туда. Блин, я из-за жопы ничего не слышу. Хорош? Моего добил. Я здесь себя вырубил еще жопку. Что, еще, да? Нет. А, да, еще есть, оказывается. Жопки двойка ехал, брат, я хилюсь.
Хилься, хилься. Там еще тачка проезжала. Аккуратнее, плиз. Okay. Я падаю. Где-то под жопой стоит. А, или подожди, не, не. Я забрал его. Что это за QR-код странный? Это фулка, наверное, или что? Возможно, да, это одна пачка. Потому что они прям четко приехали сюда. И у них есть флэйрган? А, нет. К сожалению, нет. У меня 67 монет. У меня 136. 136 монет. Давай, скинешь мне, в магаз прилечу. Давай, давай, давай. Я тебя скинул, я поехал туда тогда. Забирай. Давай, давай. Я поехал на ивент, чекну там ящики, потом заберу тебя, если что. Да нет, не все, не говорю. Блин, здесь авик. Блин, я застреваю на поребрике этом. Забрать, не забрать авик, вопрос. Ладно, наверное, не стоит. А, так я этих закрывал. Это уже. Это те, да-да-да, с ивента. По 90 здесь нет, к сожалению. Я купил флайерку. Окей. У меня тоже флайерка. Ты что, по тачке, баги? У меня нет, у меня вазик есть. Ловый. А где там, ты говоришь, бот бегает? Там, на... Пошли его жахнем. Давай-давай. А, вижу. Можно горки вызвать? Или на гадку. Го на гадку, брат. Вот здесь гадка там и... Уже. Да, и вызываем там. Там просто идеальный такой спот, чтобы дефать флэрки. Короче, не стал я брать авик в этот раз. Ну да. Авик по 90 это опасно. Опасно, да. Я походу фри. О, типа по 90. Да. Так, я вызвал бэмс. Раз, maybe этот челс по 90 к нам прилетит еще. Приедет. А, у меня чел! А, чел! Да, топает у тебя. Подожди, он первый. А, он первый, а, этаж маленький. Это что? Это бот? Мистер Божа. А, чел летит. Увидел метку вот здесь? Да, 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 да. Там вроде даже не один он, а двойка. Да, удачи. Два типа. Вырубил? Хорош. Полетим? Ну давай, 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 давай. У него саморез есть. По-моему, он не один, по-моему, там еще чел есть. Окей. Я под... Да, 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 есть, 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 есть. Смотрит. Слева от кузовка смотрит. Да, он там же, он его дефает. Ну, он резнулся твой. Да, по-любому. Дал голову тела этому челу. Я могу счастливее обкрутить его. У меня вроде нормально дал. Он отошел, походу. Один в 10 вот на здании. А, он туда убежал, да, получается? Хорош. Это твой. Да, это мой, который... Тут улетает, тут улетает. Второй. Короче, и тут где-то фулка, походу. Думаешь, фулка? Да. Так, я на крышу залечу сейчас китката тогда. А, что? У меня здесь на крыше китката чел. Ему он мне поставил, брат. Я хилюсь. Он мне на крыше китката сидит. Живи. Это лостовый. Он меня пикает. Тебя смотрит сейчас. Да, я знаю. Я дал ему голову. А все, все, ну. Мегабег. Он мне просто одну хп оставил, я в шоке. Это он с миника тебя пострелял? Да, с миника так, о чем я говорю, он с миника так пострелял. Беру. Наши дропы вроде никто не лутает. Блин, у него АМР, да, ты говоришь, где-то у чела? На крыше, на крыше. А, на крыше? Сейчас заберу АМР все-таки. Ну, стало 6 челов, хочу с АМРом побегать. Думаешь, стоит? Да. Ну, 6 челов. О, тут еще по 90. Его кто-то залутал, слышишь? Наш дроп залутал кто-то? Да, тут эмку скинули. Как так, а? А, вижу, типа одного есть. Поле, да? Ай, у него авик он мне дал, и я ему дал. Ты ему хорошо дал или слабенько? Да, голову, тело. А, голову, возможно, голову. Этот чел и залутал авик, кстати. Да, авик забрал, скорее всего. У меня тоже, кстати, по 90. Убил его. На! На! Какой ОВМ, на тебе просто. Вот там АР, это вообще тема. Ну, я думаю, это он залутал авик. О, тоже залутал, что-то там АР лежит. А АР? Забрал? Да, без патронов. Без патронов? Да. Может, у него патроны на Амайре? Нам просто Амайре скинуть или же. Вот зараза. Давай, чек, давай, давай, да, давай съездим к нему. Давай, давай, давай. О, чё? Он скинул. Да, прикинь.
Гений! Это какой-то гений. Это какой-то гений. Он залутал наши два дропа и уехал. И забрал патрон СМР. Специально забрал, чтобы никто не... Том его не нокнул с Америки. Но он не рассчитал, что у меня может быть Америка уже. Где они могут быть? Ну, может быть, здесь, в этих кемпах. Мы здесь еще не были. Там кемпы, кстати, открыты, да. По-любому на папе сидят. Вот прям предчувствие есть. Да, есть. На первом. Первый этаж? Да, вижу. Двое минимум. Да. Крышу можешь забрать. Я крышу забираю, бро. Давай. Да, я забрал на крышу. На балконе один. Да, знаю. На первом еще. Они оба на первом? Это молик? Да, они оба на первом, по-моему. Жок. Что? На двоих. А что они делают? Не знаю вообще. Они просто стояли в молике. Че за гении? Парни, что вы делаете? Они в одном углу стоят. Кстати, у этого чела P90, по-моему. Да. Хотя, опять же, зачем мне этот P90? Мне он не нужен. Так, два типа осталось. Не там на диспе, там вазик стоит. По-моему, один еще вот здесь вот на 30 стоит перед нами на горочке, если я не ошибаюсь. Да. Блин, промазал. А, что? Он залагал. Он вылетел. Походу, слышишь, мы к нему подъехали, и он вылетел. А почему? Тебе его по 90. Кстати, да, надо посмотреть, что за QR-код там. Так. Оп, что это? Что это? Что за QR-код? Все, пропал. Хае! А, это смог. Да, вижу чела. Это не мое. Я вижу его. Боец! Да. У меня выцелит, у него... Я знаю. Самонаводка. Я дал ему со сковородки. Он тебя чекает, старый. Я знаю. Я его улучшаю. Подожди, я сам не знаю, что это означает. Так, но в целом, неплохая каточка. 26 киллов, 3900 урона. Протестили по 90 реально хорошая. Повезло, что нашли ее сразу. В целом, вот такая получилась каточка, такой получился open case. Кстати, забрал лобби наконец-то. Кто вот не знает, как забрать лобби. То есть вы переходите сюда, потом здесь и уровень. И здесь уровень сезон. Получается, ты можешь забрать мифическое лобби, вот эта хромированная киберкошечка, навсегда. А чтобы ее забрать, само собой нужно обменять. Короче, какая-то сложная система. Зачем ее добавили сюда, я так и не понял. Нормально побегали, посмотрели P90. И на P90 реально топовый. Костюм тоже прикольный. Сейчас визуально смотрится просто вау. Просто мне нравится, как по формам, в принципе, выглядит персонаж. И приятный такой костюмчик, буду в нем постоянно бегать теперь. Вот, пиши обязательно в комментариях, как тебе P90, выбивал ты или нет. Лично мне очень понравилось. Ну и плюс, первый скин на P90, я думаю, стоит того, чтобы выбить 100%. Вот, на этом я с тобой на сегодня прощаюсь. Как всегда, желаю тебе в первую очередь хорошего настроения, удачи и пока-пока. Увидимся в следующем видео.